Я могу как-то забраться на крышу? Я тебе все время говорил, я на крыше. Ну я смотрел, я даже спрашивал тебя, ты на него. Бля, Миша, ебать ты. Он на крыше. Давайте я тогда поздравлюсь, можете встать, типа, ну вряд ли я вот такой, типа, как Бэтмен буду танцевать, такой, как дурачок, вот такой. Давай прям на карты сядем, как будто ты, блядь, герой Fortnite. А ты чё встал, ничья? Ну-ка сядь, блядь, на место, ебать. Все поклоняемся. Да, король Фортнайта. А у меня SlayGK, со мной сегодня Томас, Никита Лайт, Адамсон и Чипатон. Мы сегодня будем играть в Fortnite. Здорово всем, дамы и господа. Неужели Fortnite? Всем здрасте. О, боже мой! Что с ним? Короче, ребята... Давай, давайте перезапишем, такое, это было лишнее, мне кажется. Давай, Джонни, говори правила. Так, сегодня мы будем играть в Hide and Seek. У нас там, типа, будут прятки, вот эти вот маньяк, вот эти вот приколы, поэтому... Ребят, напомните, пожалуйста, какой тег нужно в магазине вписывать? Хэштег Томас МН Геймс даже нету, но его вписывайте все равно, ребят. Я тоже пока нет, но вписывайте. А нет, братан, геймовер, я личности перепутал. Сорян. Короче, давай, ребят, давай. Если хотите поддержать меня в магазине, вписывайте на мой флагжик в магазине поддержки авторов и делайте скриншоты своих покупок и присылайте в предложку группе ВК. Я ставлю с конец видоса. А мы отправляемся играть в Rob Hunt. Let's go. Все, мы выжившие. А кто у нас маньяк? Я маньяк, блядь. Ребята. Я маньяк, пацаны. Хорошо. Маньяк Никита, я тогда лечу. А, нельзя же говорить. Ты рассказывай, мне это будет красота. Не-не-не, не надо. Я уже понял, как эта игра работает. Ты меня не подстрелишь. Привет. Здорово. Прячься. Опа. Лампу убери, как говорится. Вот, помог. Так, все. Я сейчас вас буду находить. Вы, кстати, звуки иногда будете издавать, насколько я знаю. Да. И вы можете байтить еще, кстати, специально издавать звуки. Да, сейчас осталось времени. Все нутро просвечу. 11 минут. Чувак! Давай, давай, быстро прячься, Серега. Так, чтобы вещь не двигалась. Control, брат, control. 3 секунды, давайте, все. Во, все, он вышел. Let's go! Все. А что он так сидит? Игра началась. Куда бы я пошел, если был бы дауном сейчас? Нахуй. Ребята, а где здесь нахуй проход? Так, блять, на самом деле здесь столько деталей, что мне... О! Окей. Блять, он никогда не догадается, что я куст, да? Сука! Жза. Я спалил походу от другого, блядь. Я тоже куст. Да какого хрена ты откат? Он нашел. Откуда? Как? Вот эта штука открывается. Что? Коробка вот эта с конфетами открывается, а твоя не открывалась. Понятно. Ну почему? Изи. Первый же просто. Мои френды. Лайтуха, давай как у тебя в роликах на 100 рублей поспорим, что ты меня не найдешь. Давай, последнего. Давай на нет. О, так, вообще там, идеально. Звуки. Идеально. Я могу только за Никитой наблюдать, почему. Я слышал тут, где-то здесь. Братан, ты подсказывай, ты теперь в моей команде. Нет, я не буду. Я пошел есть, короче. В смысле, блядь, подсказывай. Адамсон, иди сюда, убить. Не отдыхай, блядь. Где-то здесь. Я слышал это. Где-то А может и на крыше даже. Может, и на крыше даже, конечно. Да. А может реально? Нет? Я изначально взял идеальный предмет, но он перевернулся кверх ногами, он не мог встать ровно. Из-за этого мне. Эй, павук! Не надо павука трогать, пожалуйста. Бля, клянусь, он меня не найдет. Я самое идеальное место. Окей. Только без подсказок. Окей. Сука, я не знаю, где-то здесь Джонни в призрака превратился и сквозь стены пролетел, сука. Сука, читер! Блять, так нельзя было. Так, ладно, где остальные? Другие звуки поищу. Да ты зачем? Давай. Да понаяривай, посиди. О, Лайтюха, ты мимо меня пробежал, кстати. Ты про куст? Да. Томас такой, нет. Ты звуки не издаешь. Я звуки не издаю, а я и не буду этого делать. А я молчать весь ролик буду. Да. Попробуй меня найти. Блять, на самом деле карта очень огромная, ребята. Ну так тебе поэтому дается 7 минут. Это ебать, кто там провел? Я вижу, это Миша. Туалет. Здорово. Так вы все в том углу, реально? То есть подождите. Да, именно в том. Да, вот вон в том. Это хорошо. В патроны можно превращаться, лол. Серьезно, блядь? Да. В патроны? Это вообще пиздец, чувак, блядь. Что, превратись? Так он не брал эти патроны просто. Он же дурак, он патроны не брал, может теперь везде заныкаться. А я не могу их взять, брат. А, ну все, да. А, Джонни, а в траву можно превратиться, чтобы он вообще никогда нахуй? Да, не скуривай. Я вообще в этот превращался в футбольное поле.
Пиздец сложный. Да иди нахрен, а! Джонни, давай, куда, парень? Маленький Джонни. Превратился, сука, превратился в паутину. Как ты мог до этого додуматься, а? Сука. Как ты... Сумасшедший. Сука. Мышь, а? А я тебе говорил, не пикай Бэтмена. Не волнуйся, ты на очереди. Никита, он в том углу. Я в следующий раз превращусь в туман. Джонни, я думал, ты реально сейчас палишь нахуй. Он тот дом, который выше всех, ебашь его. Ну, я, короче, на самом деле, вот всю жизнь жил, но никогда не видел, чтобы коробки левитировались. Блять, уёбан ты сраный, нахуй. Какого хрена? Я же идеально, блять, выбрал место. Вова 4.19, ну я же говорил, что я выиграю. 4.19. Все, остался только Мишуня, Мишаня. А давай, Никита, попробуй. А давай, сука, куст, медведь, вот это ты. Ну, предпоследний тоже неплохо. Ты можешь просто подождать, я тебя и... Ой, бля... А, что? Эй! Как? Я никаких звуков не издавал! А каждые 15 секунд она издается. Пирог! Ебать шкаф! Паутину попасть-то, блядь! Красава, улетай из карты, нахуй! Ебать! Я угорал, если бы он сейчас этого лайта придавил. А, сука, я маньяк! Всё. О, все. Давайте. Я не хотел быть маньяком, за что? Адамсон, ты первее всех сдох. Давай, Адамсон. Ну это по факту. Ема! На самом деле здесь очень много где можно... Подожди, я могу... Только не находи меня и не говори, а вот этот что-то мангал я не видел, блядь. Я в дорогу превратился. Ты дебил тупорылый, зачем ты это сказал? Боже мой, зачем ты это сказал? Я прослушал, что он сказал. Я смотрю, Джонни бетон бежит, блядь, и он говорит. Ты чё, угораешь? Можно поменять про, блядь. Так зачем? Он никогда не смотрел бы на пол и не думал, что полом вообще возможно быть. Так лол, он летает на текстуру, блядь. Я помню про футболь. Я сам хотел за чем-нибудь таким, типа, стать. Пол не заметит здесь, чувак, это надо быть просто... Так, я выиграл так одну катку. Был полом. Я там было футбольное поле. Да ладно, серьезно? Да. Блять, я кажется сдох. Да ладно, насрать. Блять. Тебе насрать. Чувырла, а? Чувырла. Чё ты засал, а? Расскажи. Блин, а кем реально будет? Да ёбаный, сука, сколько времени осталось? Я не могу найти подходящее место. У тебя еще полминуты. Полминуты, думаешь? Я не знаю, ребята, где вы там собрались, но вы что-то все там, как бы, ну, у вас огромные возможности на всю карту. У нас суета, нереально. Тут освещение красивое. Ой, я какую-то кнопку нажал, здесь летучие мыши полетели. Сука, что за ватафак? Адамсон, ты уже играешь? Чил. Да. Бля, наоборот, кайфово, когда просто стоишь и думаешь, ебать, я крутой. Подожди, а... Чего? Миша, иди сюда срочно! Что? Иди сюда. Иди сюда, не бойся, иди. Ребята, я буду к вам пробираться. Блин, жалко, я не на вас вышел. Смотри, пошли. Смотри. Вы главное не спалитесь, блядь. Что? Вы на самом деле на месте, да, сидите. Он никогда не найдет! Чего? Тихо, ребята, я к вам. Я умер. Я медленно к вам пробираюсь. Джонни, ты не умираешь? Все, забей, я выиграл. Так, Томас тоже говорил в прошлом. Джонни, ты кто? Тут не в этом дело. Я бегу, Джонни! Давай, иди сюда, иди. Вова тоже аккуратнее, перебегай ко мне, аккуратно. И че, мы его разъебем? Мы выиграем. Он никогда нас не найдет. Давай, Джонни, я уже рядом. Вы чё, охренели, что ли, алё? Вот сюда, иди. Вот сюда. Ты вообще видишь какой? Да. Вот сюда, всё, давай. Всё? Залазь сюда. Всё? Что это такое? Мы выиграли? Мы выиграли? На самом деле, давайте мы не будем этого, давайте вылезем. Не-не-не, будем. Вы оставайтесь. Джонни, всё нормально. Кто топает? Где вы тут? А ты догадайся. Вы что, невидимый предмет какой-то взяли? Так нечестно. Если... Нет, это не невидимый предмет, чувак. Может, вы там баг какой-то завезли? Все видимые. Тихо. Все видимые. Надеюсь, это никогда не пофиксит. Где ты бегаешь? Алло. Когда стреляешь не по тем таргетам, ты вроде умираешь. Джонни, давай так до конца игры бегать, блядь. Да Джонни, конец. Да все. Да подожди, Серега, дай банан съем.
Подожди, нет, Джонни, нет. Знаешь, как я увидел вас? Я залез на самый высокий дом и смотрел просто на горизонт. Всё, Томас. Но ты, Серега, меня уже не поймаешь, ты в курсе? Я бегу. Он меня потерял. Нам нас сейчас ёбнут, блядь, эти серьёзные. А, ты всё ещё там? Он потерял. Ты ещё жив, Джонни? А вы что, вернулись? Ну, я вернулся, перед Серёгой попрыгал, и всё. А куда Серёга делся? Я вообще по карте нормально шагаю. Я просто бегаю. Бля, Адамс, ты просто пипи, только что пробежал меня. Ты врёшь. Ебать, ты дурак. Ты только что на зоне пробежал, ты что, я... Сука, где вы, алё? Бля, ты только что прямо... Мы тебе подсказку дали, прям только что пробежал. Я тоже такие подсказки даю. Вот прямо. Вов, забей, я, короче, пойду... Да-да, ребята, давайте со своей нычки выбирайтесь. Не, ребят, мне победа важнее. Я как саная грыса буду до последнего сидеть. Пока не написано будет «Победа», нахуй. Да я вон его вижу, смотри, крыша. Я вылезти не могу. Карлсон. Чё, я просто смотрю, где кто что двигается. Слезай, смотри, вот тут я двигаюсь, видишь? Нет. Ну я двигаюсь. Ну, сука! Адресон, ты прям около лайтухи трёшься. Ты прям думаешь, это смешно? Ты думаешь, это смешно? Ты думаешь, это смешно, Миша? Я серьезно, я серьезно поддался. Я точно так же пойти. О. Ты думаешь, это смешно, Джокер? Киркой, блядь. Да. А куда ты стреляешь? А ты звуки-то слышишь вообще? Сука. Бутман, иди сюда. Битман. Эй. Бля, даже, ай, бля. Даже мне заебалось стоять на самом деле, чувак. Да какого не осталось минут? 3-4. 8 минут это у него. Ай, бля! Ты убил Джонни? Джонни! Да. Если что, мы не рядом с Джонни. Я прыгаю, брат, на крышу, ты видишь меня? Нет! Да, я увидел, даже я увидел, Серега! Я за тобой спущаю еще. Даже я увидел, Серега, как ты не увидел? Вау, вылазь оттуда. Я что-то видел. Движение. Серьезно? Я реально советую вылазить. Откуда? Тихо, не говори. Молчи. А где ты? Будь ты проклят, Джонни, за своими багами, блядь. Нет, Джонни, давай в конце расскажем, что было на самом деле. Да, давай. На одну катку только там можно было, на другую уже нельзя. Да. На одну катку и Адамсон и так искать не умеет. Что на одну катку? Да мы забагали. Что там на крыше? Я умею искать, когда все честно. А так все честно. Давай, я тебе. Мы просто нашли другое измерение, вот и все. Я тебе дал, кстати, огромную подсказку. Ты звуки слышишь? Ладно. Так, а где вы? Ты звуки слышишь вообще? Да. Только не понимаю. А ты на звуки иди. Я иду на звуки, а он сразу сзади оказывается. Потом слышу, иду на. А ты на пол внимательно смотри. Иди на звуки, я тебе серьезно говорю. Иди на звуки, ты практически около меня. Я даю тебе шанс. Ты троллинг. Я не люблю проигрывать, но я даю тебе шанс. Наверное. Оу, фак. Джонни, мне не нужно ни в кого превращаться, смотри. Я просто, я реально... Что? Чё это? Чё это? Подожди. Нет. Нет, это не... Ты был рядом. Просто показалось, что она повернулась в мою сторону, а у неё звук сторон. Сколько? Сколько осталось? Сколько я тебя уже стал? Полминуты. 50 секунд. Я прям на дороге. Всё. Ну, наконец-то. Ну, а какая разница, типа? Главное, что убил, неважно. Главное, что Томас выиграл. Я и хотел выиграть. Ага, сейчас, блядь. Когда закончится это ебучее время, блядь? А, тебе пиздец! Иди сюда! Ладно, я не нашел. Ты и не найдешь, братан. Все, конец игры. До свидания, нахуй! Чемпион, ебаный, бро. Победа! Короче, я тоже когда... В следующий раз меня не найдут. Он маленьким предметом был и пролез сквозь дорогу, и он в итоге был под картой. Ну я же сказал, богоюзеры. Нет, мы просто в этот, блядь, в подвал зашли, или как это хуйня называется. Вот там, где зеленая такая. Да. Я хочу быть маньяком. О, я маньяк! Все, найс! Да, серьезно? Все, давайте, вам пизда. Джонни, больше под пол не лазим, там нас не ищи, короче. Не-не, все, давай уже реально без пола. Один раз показали, все уже ходит. Не-не-не, я не буду, я богом клянусь. Джонни, если ты меня найдешь, дико. Да. Хорошо. Хорошо. Из GTA, да? Да. Только объясни, как их начали на карту перевести. Чтоб потом я тебе мог. Я, кстати, очень немного поступил. Я вышел из игры. Я вообще очень так интересным таким предметом спрятался. Я знаю, кого вы точно никогда не найдете. Иисуса Христа?
Не вырезать, не вырезать. Джонни, ты меня видишь? Нет, да бля, если бы я видел, ты бы... Да. Ах ты, сука. Джонни, иди по следам. А может и нет, я может сейчас вру, типа, я тебя не вижу. Джонни, а самое главное, ты не видишь? Ладно, слушай, но ты не видишь. И не увидишь. Короче, я просто слышал, кто-то рядом с моим домом был. Я вот даже звуков теперь не слышу. Я не знаю, где вы заныкались, с другой конца карты. А это не так легко, как кажется. Я вижу на крыше Джонни сейчас. Я тоже. Бегает такой. Еблан? Ты еблан? Хера, да! Он огромной стеной был. Бля, почему я не вижу? Если ты меня найдешь, ты еще больше удивишься. Ты когда впервые в самом начале проходил, меня не увидел? Нет! Видишь, как тебе моя спина? Опа! Не, я вижу его. Оно вылазь, уёбок! Вот это что ли? Да, ты вот это что ли? Я был на ты что, их нашел, думал, что ли? Я не настолько умный, что голову поднимешь вверх. А, блин, Вова, я только сейчас понял, что где ты. Я думал, ты с другой стороны карты. Ладно. Блять! Смотри, подожди, сейчас я говорю, подожди, я покажу, где рядом стол. Давай, 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 показывай. У тебя есть минута, чтобы показать, где рядом стол. Я серьезно. Я тебе сейчас покажу. Где-то тут был. Подожди, я так сделаю тогда, да? Смотри, прикольно, да, если прикинь, два мангала тут стояло, это было подозрительно? Не-не, я просто показываю, не надо меня убивать. Подожди, я сейчас покажу. Иди за мной. Короче, так это называется, снич. Он снич. Я клянусь тебе, в этом доме, но дай мне шанс спрятаться. Все, все, иди прятаться. Иди прятайся. Да, найди. Я клянусь, он там. Как ты на это повелся, Джонни? Ты дурак, блядь. Ничего. В смысле повелся? Ой, в смысле, ну да. Как я на это повелся, блядь. Джонни, да сходи на табличку наступи. Нет. Так, слушаем внимательно. Ну-ка. Что-то более близко, да, Джонни? На улице слишком... Ай, ты что? Я корни был. Я просто победитель, ёбани нахуй. Просто корень дал. Просто самый корень уебал. Опа, я маньяк. О, все. Слава богу, блядь. Все, это последняя катка, ребят. Все, все, это последняя катка. Так, кто-то около меня бегает тут. Что? В смысле, ты что, заспавнился? Нет, я просто... Вот такой, что? Я никогда не умирал первым! Я вроде заныкался. Почему нельзя превратиться в воздух, блять? Да, реально, воздух вообще изебул. А мне кажется, если бы я в воздух превратился, я все равно выиграл бы. Джонни, видишь, где я? Да, вот, кстати, хорошее место, идеальное просто. Не знаю, что я еще вылезаю, что могу делать, смотри. Ты понял, что я могу? Я могу постоянно вот здесь вот, короче, ну, ракурс. Да, блин, точно! Я хочу это сделать, это изи. Я знаю, где Миша. Миша, ты сейчас пешеходный переход переходишь, да, машина рядом. Да, но ты меня не увидишь. Да где это? Ты прямо около меня где-то, что тут бред? Вы прямо около меня. Что за фигня? Вова, ты меня видишь? Я, да. Ты на крыше. Джонни. Рома закричал, что я на крыше. Все, ребята, сваливались пятером там это. Миша, блин, блинский. Сейчас, Миша, так, ты мимо забора бежишь по дороге, я тебя вижу, да. Да это прекратите, хватит это делать. Ну я честно спрятался. Ты меня тоже можешь видеть. Что за фигня? Опа! Адамсон. Ты вообще страх. Как ты это сделал? Только что тут был. Вот так? Да. Фак. Как ты это сделал? Че, Миша, как дела? Да все плохо вообще! Где поэтому вы? Прикол. Ты можешь других лучше поищешь? Миша, ты на перекрестке, Миша, я вижу. На перекрестке прям посидел. Миша, слышишь, один меня подразнил, на крыше стоял со своим бэт-сигналом. Ты не в ту сторону вообще бежишь, по-моему. Эй, закрой свой рот, блядь, на! А ты вообще сказал, что я на крыше, блядь? У тебя правда на крыше, типа? Миша, эй, видишь, смотри. Что? Да посмотри сюда, ты! Куда? Миша. Я чувствую, я с окна выйду сегодня в этом. Миша, я на крыше, если что. Давай вон за лайтухой беги. Ну не, это, ну, правда, я правда на крыше, типа. На крыше заброшенного здания, да, типа? Блять, как шарик, я в подвале. Города, я выбивал бы. Во-во-во, смотри, какой я беспалевный, вот просто меня реально херня.
Ой, Джонни, смотри, а вот теперь сюда встаю, потому что это... Миша, подожди! Опа, кажется, я кого-то сейчас убью. О, Миша, привет. Что? Бля, он вообще не понимает. Не, я бы на его месте тоже не понял. Это пиздец. Что ты там делаешь? Все, начинается самое веселое, так. Все? Давай, стреляй меня. Ты сам сюда никогда не залезешь. Черт ты, Ну ты можешь меня стрелять, но я буду каждый раз на противоположной стороне, и ты так будешь... Я в очень классном месте, я просто в нереальном классном месте. На самом деле, мне уже тут теперь крипово сидеть. Подожди, а... Я могу как-то забраться на крышу? Я тебе все время говорил, я на крыше. Ну я смотрел, я даже спрашивал тебя, ты на нём? Бля, Миша, ебать ты лох. Он на крыше, Миша. Что ты, блядь? Ебать. Ой, я там теперь. Он опять меня Миша, куда пошел? Привет, я тут. Я был таким обоссанным пробом, просто даже посмотрел на меня. Если слышь, нас в четырех стенах закрыть, он нас не найдет, мне кажется. Ты был фонарик? В одной комнате. Чувак, на фонарик в воздухе висел. А я смотрел, думал, да все нормально, стоит фонарик. Блин, не сидишь. Я зацелую за все эти гадки. Ролик, бля, ребят. Во, это пиздец, я тебе потом скажу, что произошло просто. Джонни, смотри, заметил, бегает, пустит, неожиданно. Ну-ка. Адамса на крыше. Тихо, ты бессмертный, что ли? Я ничего не делаю. Брата, даже если я так буду, он не будет стрелять. Вообще похуй. Куда ты мог спрятаться? Ты только что тут был. Смотрите, я почтовый ящик на крыше, тебя ничего не смущает. Меня смущает то, что ты на крыше. Ладно, смотри, хочешь я стану... Его не смутило, что раскладушка, блядь, через весь город прибежала, нахуй? Миша, по местам шаркаем, блядь. А в этой раскладушке Бэтмен выглядывает. Я не понимаю, это too hard to me, блин. Что за фигня? Миша, ты почти выиграл. Да, Миша, что тебе стало? Давай. Я стал уже меня стреляешь. Чё? Я же выстрелил себя, какого фига? Блять, пиздец. Прикиньте, я зашел в его базу, он зашел ко мне и не увидел меня в этой четыре... Одна комната, блять, он в этой маленькой комнате меня не увидел. Самое, знаешь, что смешное? Он, короче, где у бассейна, прыгает за лайтом, говорит, все, кажется, я кого-то нашел, бежит прям на меня. И пробегает, блядь, мимо, понимаешь? Он просто пробегает, блядь, мимо моей раскладушки, блядь. Ну что, ребята, на этом все. Спасибо огромное за просмотр этого ролика. Если он вам понравился, обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Обязательно заходите на канал Адамсона, Лайтухи, Томаса, Чипатуна. Все ссылки будут обязательно в описании. Также не забывайте вписывать мой тег NamoFlexGK в поддержке авторов. Вы также можете покупать скины в Fortnite, покупать игры в Epic Game Store, покупать бандлы, и все это без переплат. Вы также поддержите мой канал. Спасибо вам огромное, ребят, за то, что это сделали. С вами был FlexGK. Всем удачи, всем пока.